Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий. И у нас продолжение Half-Life 2. Мы закончили на этом месте, в предыдущей серии. Скоро Новый год. У меня вот гирляндочка сзади. У меня гирляндочка спереди. У меня здесь гирляндочка, у меня везде гирляндочка, просто меня очень плохо видно. Я не включаю свет, потому что я буду засвеченный. И что я могу сказать? Я прям хочу поздравить тебя в этой серии и как бы... подготовить, так сказать, тебя к Новому году, чтобы ты как бы с полной сил, с прекрасным настроением вошел в 2020 год. Просто самое главное, не хулигань, будь умничкой, учись на пятерке, если ты учишься в школе, если ты работаешь, значит работай на пятерке, если ты не работаешь, то найди работу и в конце концов давай уж, да, начинай. Просто будь счастлив, а мы продолжим. Вот, я пока не знаю просто, это, скорее всего, будет последнее видео в этом году, потому что, ну, пока не знаю, что, как, чему и почему получится у меня записывать, не получится записывать. А в следующем году не знаю, как они будут выходить, поэтому пока ничего не буду гарантировать, ничего не буду обещать. Давайте мы просто продолжим играть в Half-Life, наш прекрасный Half-Life 2, и просто-напросто будем наслаждаться игрой, пока можем это делать. Уйди, дура! Все. Короче, ты понял, да? Будь счастлив, не грусти, и самое главное, все. Все, если даже все плохо, все наладится, не переживай. Вот. Опа! А здесь-то прохода-то нету, да? Зашибись, пуль пролетает, а я-то не пролетаю через эту. Хе-хе-хе. Опа! Зигзаг, зигзаг, зигзаг. Самое главное. Опа! Не знаю, нахрен я это взял вообще с собой. О, блин, а куда мне бежать-то? О, куда мне надо? Беги, дура! Опа! Поезд едет, ёб твою! Так, и куда мне нужно? Мне нужно за поездом, я так предполагаю, правильно? Бежим. Просто бежим. Бежим, бежим, бежим. Не обращаем внимания, просто бежим. Не знаю, куда... куда здесь нужно... Опа, аптечечка. Зашибись. Да... да поползи ты, ёб твою налево. Бегу... бегом. О, фонарик здесь на Ф включается, зашибись. Опять я завис вот в этом прекрасном моменте. Через каналы. Мы чуть-чуть не добежали, кстати, до вот этого, как его сказать. Это, скорее всего... Помогите! Женщина. Вы что здесь делаете? Мы ни в чем не виноваты. Минус одна. Я, кстати, выбрал средний уровень сложности, потому что... Ты ничего тут не можешь поделать. Выбрал средний уровень сложности, потому что, ну, типа... легкий уровень сложности, там написано, что даже помогать целиться мне будут. Я такой думаю, нахрена мне помогать целиться? Я и сам вроде как бы умею, у меня руки-то есть в конце концов. Быстрее. Глаза есть. Да иди ты в жопу, блин, тут вдруг что интересное лежит. Не помогает. Нужно, блин, выбирать. Опа, здорово. Ну, дурак. Ты что спиной-то ко мне стоял? Опа! Экономим патроны. Это здесь необходимо просто, потому что, ну, блин, а вдруг, вдруг меня сейчас это... придется стрелять очень много, а я тут такой... ладно, бежали. О, а здесь вот проход-то. Опять качура едет. А. А я знаю, что здесь нужно делать. Здесь нужно вот так вот делать. Да? Да. Офигеть я, конечно, вообще. Головал. Тихо, тихо, тихо. Кто стреляет? Пошли вы в жопу со своим днем по укрытиям. Вход достижения следопыт. А за что мне дают вообще достижения? Сейчас, блин. Гражданская оборона — это группа такая. Чего? Кто в меня стреляет? Ну.
Так, а здесь где? Здесь что? А, просто. Дура, блин, ты что меня стреляешь-то? А, они бесконечные, скорее всего, да, оттуда поползут. А, блин, а куда мне бежать-то? А, вот. Нет? Нет. Я что-то, я потерялся. Я заблудился, серьезно, то есть... Да какой статус я... А, отсюда я вышел. А, ну, здесь вообще некуда, в принципе, бежать. Возможно, куда-то вот сюда. А! Сломано, блин, здесь вот. Бежим. Да... Что-то подобрал. Что-то... Опа, еще что-то подобрал, ты гляди. Бегу. Неопознанное лицо. Нечего меня опознавать. А тебе что здесь? Осторожно. Ничего себе, ты, конечно... Молодец такой! Ты чё в меня стреляешь-то такой ерундой? Офигеть, конечно, они молодцы такие. Зачем в меня такой ерундой стрельнул? Кинул-то зачем в меня ее? Совсем без мозга. Я думаю, что мне будет хватать патронов все-таки здесь на все. И у меня не будет с ним дефицитов. Дефицитов, блин. Дефицит у меня не будет с патронами. Эй, чё не бежишь-то? Так, ладно. Давайте мы сделаем вот так. О, блин, что не дается-то? А куда мне бежать надо? Вот сюда вот, вот бежать надо. Не понял. Бежим, просто бежим. Что здесь вода, смотри, какая красивая. Это что, такая вода была красивая? В те года. Когда она вышла-то, эта игра, я не знаю просто. Ну, мне кажется, она очень давно вышла. Лет 30 назад, наверное. Может, 40, может, 50 вообще. Единственное, что меня радует, то, что я живой. Вот и все. Да... Запрыгни, пожалуйста, сюда. А дальше что? Дальше как? О, лесенка. Для дураков придумали лесенки. Я... О, можно вот туда залезть. О, здорово! А вы чё... Вы чё тут делаете? Ты чё, дурак? Какая сирена по тебе? Хорошо, ты нашел нас. Ты не первый, кто был здесь. Это Фримен. Судный день Альянса настал. Ты кто? Послушай, мы лезем на наблюдательный пост подъемки. Главная станция совсем рядом. Вы, конечно, здесь спрятались. Не, не смотри на меня так, мне страшно. Вартигон, туда, внимание, хороший заряд бодрости. Отряда гражданской обороны. Обнаружено уклонение от надзора. Ты что делаешь там? Ты меня заряжаешь, что ли? 29% меня заряжен. Нам нужно пройти незамеченными. Хорошо. Если ГО поймает тебя, вся железная дорога будет под угрозой. Мы служим одной тайне. У вас лампочки не бьющиеся, классные. Уходи отсюда. Почем брали? А, уходи отсюда, ж какие грубые, блин, а? Классно. Классно. Просто классно. Мне нравится зависать в таких моментах. Просто потому что. Потому что здесь можно сгореть. Просто заживо. В костре. В котором вообще не планировал гореть. Вот и все. Что делаешь? Код. Обезвредить. Защитить. Усмирить. Код. Подавить. О, блин.
стерилизовать. Вниманию отряда гражданской обороны. Соплюх какая висит, да, прикольно. Вот таких я в первой части видел. Там, когда ходил, они там свисали. В принципе, как и здесь. Ты зачем человека убил, дурак? О! Я вижу нечестную битву просто. Мне жопа. Нет, не жопа. Я выжил. Чего? Говорит станция 8. Мы слышали, что станция 12 уничтожена. Оперативные ударные группы, ну и ладно, атакуют железнодорожные станции. Повторяем, ГО атакуют подземные станции. К нам поступают беженцы с 9 и дальних станций. Кажется, мы... Станция 8, как слышно? Станция 8, вы меня слышите? Нет, не слышу. Донесения о манхэках подтверждены. Повторяю, они заполняют подземку. Я должен это слушать или могу бежать? Отряду гражданской обороны. Это мне нравится, это прикольная штука. Ты чё в меня летишь-то? Нравится мне игры, в которых можно вот так вот это сделать. Ты что здесь встал? Ты что в меня лететь-то и разбиваться об меня? Опа. Не фотографировать меня, я стесняюсь. Так, это откуда? Куда-то они совсем не туда полетело. Так, это я отсюда, в принципе, и пришел. Не пойму. Отряду гражданской обороны. Ну, а как мне туда как думаешь, много ума надо, чтобы так сделать? Я думаю, что нет. Я думаю, что очень мало надо ума, чтобы стрельнуть, блин, по этой ерунде. Взрывающейся. Знаю, что она взрывается. Здорово. Тихо. Первая смерть! Ура! 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 Так. Станция 8. Мы слышали, что станция 12 уничтожена. Оперативные ударные группы атакуют железнодорожные станции. Повторяем, что атакуют подземные станции. К нам поступают беженцы с 5-й и дальних станций. Кажется, мы... Нет, станция 8 вас не слышит. Сами на пули бегут. Сами бегут на пули. Летай отсюда. Да... Ёлки-палки, вот как все просто-то. Ошалеть просто. Бежим, 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 бежим. А, тут, в принципе, туда и надо было, да, я понял. На них, в принципе, можно просто не попадаться, да, и все, и ничего со мной не встанет. Я понял. Типа, на них очень сложно не попадаться.
когда они тем более на тебя вот так вот это смотрят. И когда у них висит все посередине, и ты типа у тебя вариантов нету никаких. О, здорово, а ты что здесь сидишь? Да ладно, серьезно! Вперед, друг. Эта станция разрушена, но хорошо. Я рад. Внимание, ответили 647 ЕГОВ, проверить численность. Ты... как залезть-то? Ну, блядь, стреляют. Ого. А куда дальше? Что-то они, по-моему, там это... перебарщивают. Блять. Бежим, просто бежим. Я не хочу стреляться с ними, тратить драгоценное свое здоровье. У меня и так его мало. Этот человек только что сказал, что не хочет стреляться. И начал стреляться. Знаешь почему? А потому что. Просто захотелось. Ух ты, блин. Такой я смышленый малый. Придумал стрелять в бочки. Опа. Червончик прибавился. О, блин. Вот это, конечно, печально. У меня здоровья очень мало, а... а делать мне еще, скорее всего, очень много. Я такой... сейчас не знаю, что мне делать. Просто потому что, типа, а куда бежать-то? Карт у меня нету, да? Так как не было, так и нету. А я не знаю, где здесь лесенка. Есть хоть где-нибудь лесенка? Здесь просто лестницы есть, а я их не замечаю. Они как бы реально не здесь где-то есть. А что с ними делать? А, ёпт! Так, я понял. Я от греха подальше. Не стал я... а, его можно было просто поднять. Чё это за жижа такая? Не-не-не-не-не-не-не-не. Интересно, они взорвутся, нет? Введен код действия при беспорядках. Код обезвредить, защитить, усмирить. Подавить, меч, стерилизовать. Катись, катись, вперед! Гражданин, вы угроза обществу первого уровня. Хоть десятого. ГО, код пресечения, долг, меч, полночь. Все. Чуть не убил меня, серьезно, что ли? Патронов мне. А, у меня достаточно патронов. Вы что там делаете? Вы дураки, что ли, совсем? А мне же ничего не будет, если они будут взрываться рядом со мной в этом. А, не, ничего не будет, да, в воде, если я взрываюсь. О, блядь. О, блядь! Я дальше плавать побежал. Просто, как бы вроде все... о, блин. Да, я, блин, сейчас на пули полезу, ёлки-палки. Прекратить уклонение. Серьезно, что ли? Ты дурак? Тебе кто такое придумал рассказать-то? Я, блин, возьму и прекращу уклонение. Да иди ты в сраку, а не в укрытие. Как бы... чё это? Я как бы вот... вообще... не знаю, что мне делать сейчас.
Я просто понимаю, что я куда-то бегу, откуда-то бегу. А что происходит? Зачем это все? А, вот что надо сделать. Я понял, что надо сделать. Это головоломка. Сложная головоломка. Очень сложная головоломка. Да? Сверхсложная головоломка. Сил нет, какая сложная головоломка. Блин. Слишком сложная головоломка. У меня мозгов для такой головоломки не хватает просто. Ну, как запрыгнуть теперь на нее, ну? Ни стыда у вас, ни совести, разработчики. Блин, да что ж такое-то? Я ж могу запрыгнуть туда, я ж вижу. Все. Нет, блин, придумывать будем, что они могут туда запрыгнуть. О, что это такое лежит? Банки. Вертолет. Лети отсюда, вертолет. От греха подальше. Ну, конечно, давай. Тихо ты. Промазывай почаще, дружище. Нет. Мимо. Блин, серьезно, что ли? О, блин. Да. О, здорово. А ты что здесь лежишь-то? Уголек. О, крутота. Что-то лежит. Рядом с угольком, кстати, лежит. Угольку уже не надо, а вот мне понадобится. Опа, ни хрена себе. Взрывающаяся бочка лежит. А я ее не заметил, а сейчас бы стрельнул, и все. О, энергию нашел. Не знаю, зачем эта энергия. А, это можно, в принципе, вот так вот делать. Я теперь прошаренный малый, я умею этих дурачков отвлекать. Брать вот так вот, и это самое, вот так вот, оп. Да серьезно? Так, это, наверное, нужно было убивать вот этим способом. Или вообще не нужно было убивать, и я типа отсюда теперь не выберусь, да? О, нет, выберусь. У меня здесь... Есть альтернативный, так сказать, выход. О, это вообще правильный, что ли, выход? Я не пойму. Нет. Я просто безмозглый немножко. Я стреляю туда, куда не надо. И туда, куда надо, вроде стреляю. И, блин, не думаю. Я как бы подумал, что меня сейчас убьет. И сейчас я подумал, что... но я полез зачем туда. И, блядь, не туда. Бегу. Беги. Энергии нет. Ты угораешь, что ли? Энергии у него нету. А у кого она будет-то? Опа, патрончики. А это что у нас такое? А это у нас что такое? Непонятно, что это такое. Очень важная вещь, наверное. Беги прямо. Где-нибудь будет здесь контрольная точка или нет? Что-нибудь здесь такое будет или нет? Конец главы какой-нибудь, я не знаю. Просто у меня в планах хоть до какой-нибудь контрольной точки дойти, чтобы можно было закончить серию. Потому что серия вот идет уже, в принципе, достаточно времени для того, чтобы закончиться. И, в принципе-то, блин, я могу ее, конечно, прямо сейчас взять и закончить. Ну, это будет некрасиво, что ли. Но просто если она сейчас не... Ну, глава не закончится, то мне придется так сделать. Быстрее! Гражданская оборона у нас на хвосте. Мы подрываем железку, чтобы замести следы. Похоже, ты будешь последним, кто здесь пройдет. Радуйся, что ты не тот, кого они ищут. У этого бедолаги вообще нет шансов. Похоже, они созывают все подразделения ГО в Сити-17. Так я тот, кто... Они заполняют каналы манхэками.
Как бы кого они ищут. Тебе надо уйти до того, как тебя начнут искать. О, черт! Слишком поздно! Да ты чё? Ну ты, блин, как ты просто с ним разделался. На этот раз пронесло. Погнали. Пожалуйста. Чё припасы? Ты мне припасы хочешь дать? Давай. Я не откажусь. Пойми, я должен задержаться и помочь отставшим. Ты отставший, блин. Удачи тебе, да. Спасибо. Я думал, ты мне что-то дашь. Прикольно. Ну, они сами, по-моему, разбиваются, да, об эти, об железяки, от всякие. Ломайся в конце. О, что-то я... А, туда вот надо бежать. Ну, ты чего? А, ух, блядь. Все? Кончились злые роботы? Закончится сегодня глава или нет? Так, ладно. Что-то я вообще не понимаю, куда я иду. Вот куда мне идти? Вот смысл какой от того, что я куда-то иду? Вот. Ух ты ж. Цель выжить просто, я понял. Злостный нарушитель. Обосраться, какой злостный нарушитель. Бочка для того, чтобы взорвать. Это надо было взорвать их. Ребята, сегодня ваш день. Это что такое, мельница, что ли? Прикольно. Ну-ка, и что с ней делать? Крутота. Типичная, типичная ситуация из мультиков, когда ты не можешь проползти через... эту, как ее называют, через решетку, хотя там, в принципе, очень-очень много места. Во, нашел. Ну и чё? О, блин. Я иду точно не туда, куда нужно, потому что, ну... О, блядь, патроны кончились, прикинь. Вот это новость. Никогда бы не подумал, что они могут кончиться у меня в автомате. 18 патронов. А здесь у нас сколько? Еще 13 патронов. Ну ты дура. А я не умнее. Дайте жизни, пожалуйста. Ребята, я же сейчас умру. Вы знаете об этом, нет? Вы меня сейчас хватит один раз пальнуть и все. А, блин. И глава никак не кончается. Не знаю, куда бежать даже. Я вот бежал не туда, это я точно знал. А вот... Теперь что делать? Хрен его не знает. Откуда? Да... Откуда я вышел вообще? Вышел вот отсюда. Пойдем вниз. Пойдем вниз и налево сейчас. Ну, направо, блин. Сюда я прыгнул. А, нет, стой. Вот сюда надо вылезти, наверное, да? Нет, ни хрена, здесь просто можно подышать. А нужно было идти туда как раз-таки. Блин, я думал, секреточка какая, думал, место какое-то. А тут, оказывается, просто... Нет, я дурак. Кто думает, что секретные места так в игре легко находятся. Просто я просто не... Ну, на самом деле, сейчас не... Да фонарик, энергии, 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 энергии. Сколько можно энергии-то?
Я просто не понимаю сейчас, куда мне нужно идти. Калиток здесь нету. Выползти я никак не могу. Внимание, стреляй! О, блядь, калитка. Нет? Где калитка? Мне калитка нужна. Я вообще не понимаю. А! Ёб твою мать, как все просто было-то, а? О, блин. Проще не придумаешь, я дурак. Нахрена я полез с паром-то обдался? Тут еще и паром обдался. О! Ёб, наконец-то. Да. Чё это? Патроны экономлю прям вообще на 100%. Просто на все 100 экономный, малый. Так, закончится глава сегодня или нет? Я просто не могу закончить серию. Я нырнул, вообще-то. Ну, так, для справки, чтобы вы знали. Я, правда, нырнул, но не понял, что делал дальше. Так, ладненько. Ладненько, мы придрочим сейчас к этой игре. Я просто еще не особо понимаю, что нужно делать. Но. О, блядь. Машин тупая, ну. А куда бежать? И что мне здесь делать? Уйдите, уйдите, уйдите все, уйдите. Просто уйдите, я хочу жить. Я из тех, кто просто любил жизнь. Погибну сейчас как герой, блядь. Кверху, дырой, блядь. Так, допустим. И зачем я сюда прибежал? Вот зачем я сюда прибежал. По тоннелям, говорит. Голова называется по тоннелям. Охренеть по тоннелям. И чё? Гениально. Просто гениально. Не поспоришь здесь со мной, наверное, да? Чего? А я опять кнопки перепутал. Я почему-то опять. Да я куда должен бежать-то? Ну, что мне как это сделать-то еще? Ну. Все, сейчас. Так, серьезненько. Посерьезнее немножечко. Посерьезнее. Относимся к этому всему. Бежим вниз, потом наверх. Ну, мне здесь вообще никуда не убежать. Так, ладно. Ладно. У меня есть время какое-то. Какое-то время есть. Какое-то время и на что-то оно у меня есть. Мне нужно вон туда. Оно прям рядом взорвалось. Очень мне было страшно и очень было неожиданно, что она прилетела именно ко мне. Так, ладно.
Бежим! Бежим! Я бежал прямо ровно в эту бочку. А, ладно, там есть жизнь. Там есть жизнь, а следовательно, у нас есть шанс, так сказать, выжить. Здесь больше нету жизни? Нету жизни, больше ладно. Бляха, муха. Ну это просто либо на дурака, либо какая-то стратегия должна быть. Потому что у меня сейчас нет стратегии. А, есть стратегия у меня. Ты дурак. Ты можешь, блядь, слезть с этой ступеньки, сука, слезь. Нахрена ты по ней ползешь до конца? Меня выбесил, блин. Зачем ты полз-то по ней? Так, ладно. То есть сюда нам не нужно. То есть нам нужно вон туда. О, блин. О, какая система-то. Ладненько. Бежим по лесенке. По чудесенке. Садимся и ползем. Садимся, ползем. И выходим вот сюда. Выходим сюда. Здесь глядим по сторонам, чтобы ничего сверхъестественного не происходило. Да вот, ну зачем вот он до последнего ползет? Как отпуститься от этой, как ее называют, от ступеньки? Я не знаю, от лестницы, отцепиться. Он не хочет от нее отцепляться, он просто ползет по ней, да и все. Так, я не понимаю, что здесь нужно сделать. Что здесь нужно сделать? По трубе вверх ползти, поползли вверх по трубе. Просто я действительно сейчас не понимаю, я потерялся. Не нужно было точно вниз идти. Блять, ты дурак, что ли? Турило, блин. Серьезно, отцепился смог. Вот этот поворот. Так, я... Я, конечно, не настолько дурак, но я что-то не понимаю. Хотя, может, и настолько дурак, что я сейчас не понимаю, куда надо идти. Я просто даже прохода особо и не вижу, поэтому как бы для меня это тяжело на самом деле. Куда нужно-то? Цель-то... О! Йо! Вентиль! Выброситься мне, дайте, пожалуйста. Выбраться и это самое, как бы, по-хорошему бы. Он гравитацию теряет каждый раз, как только сталкивается с этим ящиком. Точнее, наоборот, он ею начинает обладать. Этой сраной гравитацией. И чё, а зачем я так сделал? Чё теперь имеем-то? Дальше-то куда? Дальше-то что мы с этим делать будем? Объясните мне кто-нибудь. Налил я воды. Дальше куда? Там вода появилась. О, блин. А дальше? А с этой водой что делать? Блин, ну это надо было сделать именно так. Да, типа... Прям на ухо, блин. Жужжить сам. Хотел, думаю, сейчас аккуратно начну стрелять, целиться. А, конечно, дали мне поцелиться. Так, я что-то не пойму. Опять, что ли, туда надо идти? Или что? Или зачем? Или куда? Или что вообще? Чё к чему? К чему-то вот? Йоу. Да... Плыви, плыви, пожалуйста. Спасибо. Бляха-муха. И дальше что? Дальше что сделать-то? А теперь-то что? Теперь-то куда?
елки-палки. Это реально головоломка какая-то. Как мне бесит это управление, ужасное просто. Блять. Просто реально бесит. То есть, ты вроде как бы понимаешь, что ты сейчас сделаешь. Но одновременно ты не понимаешь, куда ты даже приземлишься, блин, после того, как ты прыгнешь. Вот он, просто, блин. Спасибо тебе большое. Да, здесь нет ничего, скорее всего, и... Давайте мы на этом закончим. Просто вот давайте мы на этом закончим. Просто это ужасно, ужасно долго уже идет эта серия. Поэтому давайте просто на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями, комментируйте. Просто прекрасная игра, но на самом деле я сейчас не особо понимаю, насколько она длинная, насколько она большая и как долго мы ее будем проходить. То есть, ну, мы ее в любом случае пройдем, то есть не зря же я ее купил, правильно? И, в принципе, если мы ее начали проходить и уже вторая серия вышла, значит, ну, блин, значит, мы ее пройдем. А если она вам понравится, естественно, если вы не будете ее смотреть, то я ее проходить, наверное, и не буду. Вот. А, хотя хрен его знает, как получится. В общем, всех с наступающим Новым годом. Всем пока.